Антон Чехов из дневника одной девицы. 13 октября. Наконец-то на моей улице праздник. Гляжу и не верю своим глазам. Перед моими окнами взад и вперед ходит высокий, статный брюнет с глубокими черными глазами. Усы – прелесть. Ходит уже пятый день. От раннего утра до поздней ночи. И все на наши окна смотрит. Делаю вид, что не обращаю внимания. 15. Сегодня с самого утра проливной дождь. А он, бедняжка, ходит. В награду сделала ему глазки. И послала воздушный поцелуй. Ответил обворожительной улыбкой. Кто он? Сестра Варя говорит, что он в нее влюблен и что ради нее мокнет на дожде. Как она не развита, но может ли брюнет любить брюнетку? Мама велела нам получше одеваться и сидеть у окон. Может быть, он жулик какой-нибудь, а может быть и порядочный господин, сказала она. Жулик. Жуль. Глупывый мамаша! 16. Варя говорит, что я заела ее жизнь. Виновата я, что он любит меня, а не ее. Нечаянно уронила ему на тротуар записочку. О, коварщик! Написал у себя милым на рукаве после. А потом ходил-ходил и написал на воротах визави. Дескать, я не прочь, только после. Написал мелом и быстро стер. Отчего у меня так сердце бьется? 17. Варя ударила меня локтем в грудь. Подлая, мерзкая завистница. Сегодня он остановил городового и долго говорил ему что-то, показывая на наши окна. Интригу затевает. Подкупает, должно быть. Ох, тираны и деспоты вы, мужчины! Но как вы хитры и прекрасны! 18. Сегодня, после долгого отсутствия, приехал ночью брат Сережа. Не успел он лечь в постель, как его потребовали в квартал. 19. Гадина, мерзость! Оказывается, что он все эти 12 дней выслеживал брата Сережу, который растратил чьи-то деньги и скрылся. Сегодня он написал на воротах: «Я свободен и могу, скотина». Показала ему язык.